Мы сегодня одухотворяемся в Дальневосточном художественном музее. У нас сегодня фотосессия. Сегодня у дорогого и близкого моему сердцу человека с большим благородным сердцем, очаровательной внешностью Марии Донецковой сбылась новогодняя мечта. Она стала лицом с обложки журнала «Дорогое удовольствие». Наша главная героиня Мария Донецкова, она участвует в фотосессии «Лицо с обложки», и это будет предпраздничный номер «Дорогого». Я очень мечтала попасть на обложку журнала «Дорогого удовольствия». Это была моей самой яркой заветной мечтой. В преддверии Нового года мы все настраиваемся на волну счастья, загадываем желания. И вот моя сказка сегодня сбылась. Съемки проходили в роскошных интерьерах Дальневосточного художественного музея, и это придало съемкам особый шарм, аристократизм. Мы, конечно же, впечатлились, во-первых, теми произведениями, которые хранятся в нашем Дальневосточном художественном музее. Это очень все солидно, благородно, подлинники известных мастеров. И решили такую фотосессию сделать с современной, красивой девушкой. И подобрали такие раскадровки, чтобы это все гармонично совмещалось. Журнал всегда отличался любовью к прекрасному, красивому, а искусство, как говорится, оно вечно, поэтому и мы решили немножко прикоснуться к вечному и прекрасному. Новогодние желания, они имеют очень большую силу, и поэтому нужно загадывать самые сокровенные желания, и пусть они сбываются. Эту фотосессию вы увидите в январском номере «Дорогого», который все наши читатели увидят накануне Нового года. Верьте в чудеса, верьте в добро, верьте в любовь. Пишите письма Деду Морозу, приносите их в редакцию «Дорогое удовольствие». И кто знает, может быть, завтра ваша судьба встретится с вашей мечтою, и вы станете лицом с обложки журнала «Дорогое удовольствие». С Новым годом, будьте все счастливы!